Всем привет! Нам потребуется 30 грамм сыра, 1 яйцо, 1 маринованный огурчик, измельченные фисташки или любые другие орешки, зубчик чеснока. Добавляем немного майонеза, перчим, солим и все хорошо перемешиваем. На кружочек колбаски выкладываем приготовленную начинку. Берем шпажку и оливку. Скрепляем края колбаски и нанизываем шпажку, а также оливку. Вот так быстро и легко. Наша закуска готова. Получается очень вкусная, нежная, сочная и просто чудесно будет смотреться на праздничном столе. Всем удачи! Пока-пока!